ваша слабый, блин. А где он? Не знаю, пошел, хочу. А ну иди позови его. Он накачал. Где Георгий там? С кем? Стой. Ты с Георгием? Там, да, пусть туда. Туда идите. Туда идите. Я офигею. Да что ты прячешься, блин? Что? Я уронила здесь. Не вижу что-то. Вика, с кем? Я боролась с ним. А с кем ты боролась перед этим? Напомни. Сейчас боролась? Нет. Так ты давно боролась еще. Это год назад было. Денис, проверь ее. Вискон. А ты представляешь, если бы ты мог подтягиваться? Ты взял бы вот так и посмотрел так. И все. И назад. Готовы? Да. А, так этот, Ксюха, надо надевать шлем. Просто весело было бы. Джен! Стоп, аккуратно. Стоп, там большие, стоп! Что я остановил? Андрюшенька. Я качаться буду. Хотел качаться? Ну да. И что там делал? Просите Макса, он заставлял. Иди качайся. Нет, я бороться. А уже бороться? Да. Иди поработай с Максом. А, все, не надо, то Макс ушел, да, уже. Давай. Борис, что дали домой? Какой ты номер сейчас? Класс один? А, 32. 23. Завтрашнего была 24. Как так? Но новая майка, 24 номер. Серго, Андрюша, не надо. Сядь, посиди спокойно. Ой, блин. Вика, не расслабляйся, он может как хочешь сбросить. То стояла, Вика, стрю летит уже. Георгий, стойку. Коля, ну собрался. Один опон. Один бросок, Коля, любой. Тихонечко, они там не балуются. Прикиндел. Вот, держать! Ногу вытащи! За ножку Колю изнутри, возьми Колю изнутри. Тебе приходили? Нет. Дай мне мать все видеть. Тереза. Нет, они все поют. Смотри, чтоб там не зашел никуда, просто дверь хорошо прикрой. А, там Мариус есть. Ай-яй-яй. Мате, встали, заправились. Коль, ты завтра придешь? А? Придешь завтра? Я? Да. Вот он как раз, он хочет побороться. А? Он хочет побороться еще. У нас завтра последний день, там среда уже и все. Так, сори, Мате, встали, пошли вокруг ковра. На 2 минуты быстренько сели. Завтра, пожалуйста. Сели. Завтра, пожалуйста. Бюллетень или загранпаспорт. А сегодня можно выставить? Что? Можно сегодня. Конечно, да. Еще раз.